Клёны, ліпы, дубы і каштаны – гэтыя дрэвы ў хуткім часе будуць радаваць вока жыхарам паўднёва-заходняга мікрараёна Брэста. Сёння быў зроблены першы крок на шляху да стварэння тут вялікага парка. Сёння тут высаджаны першыя 150 дрэў, а за бліжэйшы месяц іх стане больш за 1500. Усе расліны былі перададзены брэсцкім аддзяленнем беларускай чыгункі. Это компенсационные посадки, так называемые. То есть те деревья, компенсация за те деревья железной дороги, которые были либо вырезаны, либо пересажены куда-то, удалены, ну, в ходе расчистки полос отвода железных дорог. То есть там, где эти деревья мешали нормальной эксплуатации, но в то же время они росли на городских землях. Тэрыторыя будучага парка падзелена на зоны, а для таго, каб кожнае дрэва заняло менавіта сваё месца, раней тут папрацавалі геадэзісты. Для таго, каб не зрабіць пасадку на месцы будучых пешаходных дарожак, сетак і камунікацыі. Месца для новага аб'екта адпачынку выбрана ўдала, упэўнены ў гарвыканкаме. На ўзвышшы паблізу царквы ў гонар Раства Хрыстова тут адкрываецца агляд усяго мікрараёна. Эта посадка максимально приближена к той планировке и задумке, которая будет в этом парке. Выбрали те места, где в будущем при строительстве уже самого парка не понадобится снос этих деревьев. Активный удел у добраупорядкивания территории взял Белорусский республиканский союз молоди и брестские студенты. Это доброе дело. Сегодня Заречный район, он активно развивается. Здесь проживает очень много юных горожан. И в ближайшей перспективе этот парк станет местом притяжения наших молодых граждан. Хочется также отметить, что данная акция для нашей молодежи является прекрасным примером того, как необходимо относиться к лесным богатствам нашей страны. Самое главное – вырастить сына и посадить дерево, и дом построить. Ну, начнем с малого, с дерева. Вот, решили принять участие в такой акции. Конечно, переполняет чувство какой-то гордости, что именно нам активы БРСМ имени университета имени Александра Сергеевича Пушкина предоставилась такая возможность принять участие в посадке этого парка. У наступную суботу, 26 сакавіка, на месцы будучага парка пройдзе вялікі суботнік з удзелам гарвыканкама і савета дэпутатаў. А любы жыхар Брэста зможа далучыцца пасадзіць сваё дрэва і прыкласці руку да агульнай добрай справы. Мірослава Маньковская, Сергей Мацвічук, тэлерадыёкампанія Брэст.